Эй, уважаемые друзья, здравствуйте всем, с вами Маклаксон и добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на новый видосик. Мы с вами продолжаем играть в игрушечку Trans-Siberian Railway Simulator, проходить этот симулятор машиниста поезда по суровой Сибири. Конец у нас уже очень-очень близок и сегодня, друзья, будет очень интересная серия. Лично для меня она будет много значить. Сразу всем желаю приятного просмотра, возможно, кому-то приятного аппетита. И давайте будем начинать. Не забывайте поддержать видосик вашим лайком и оформить подписочку на канал, если вы еще не подписаны. Поехали. Итак, друзья, хочется сказать вам еще кое-что. Впервые после выхода игры из раннего доступа, она сейчас находится до сих пор в раннем доступе, в общем-то, просто после релиза игры, она сегодня или вчера, я точно не знаю, впервые получила свое первое полноценное обновление. И сейчас, как вы можете наблюдать, получается, надо мной сверху, в правой части экрана, у нас с вами появилось расстояние до ближайших станций. Это раз. Я сейчас сидел, да, читал обновление, я увидел, что просто игра обновилась там на 20 с чем-то гига. Пока скачивал, почитал быстренько, что добавили, что изменили. В общем-то... О, подождите, нам нужно выключить электричество. Так. Питание, так, вырубаем, все отлично. Мы с вами сейчас едем. У нас все нормально. В общем-то, справа появилось у нас расстояние от ближайших станций до других ближайших станций. Было много исправлено, опять же, мелких моментов всяких, это не суть важно. Также я прочитал, что есть мини-карта, но я не понял, как ее смотреть. А, или это об этом и говорилось, ребят. По-моему, это и есть мини-карта, скорее всего, о которой нам говорят. Что еще поменяли? Сейчас, ребят, я пока, видите, пока собирался, тут уже все подзабыл, честно говоря. В общем, много по мелочи поменяли. По технике где-то какие-то баги были. Самое главное, что добавили вот эту карту. Потом у нас с вами... А, точно, добавили задание. Здорово, сигналим, братишки. Добавили череду бесконечных заданий, как я понял. Так, включаем питание. Сейчас перезапускаем двигатели. Все отлично. И все, вновь набираем скорость. Все, зашибись. Добавили череду, ребята, заданий. То есть теперь помимо сюжетных заданий, я так понимаю, у нас с вами есть возможность на практически каждой станции брать различные задания, которые генерируются случайным образом. И они могут быть, я так понял, как в одну сторону, так и в другую потом мы можем ехать. Если я все правильно понял. И заданий этих много, их можно брать, можно не брать, они не обязательны. То есть они чисто для поддержания интереса, если вам хочется побольше заданий выполнять, побольше вагонов возить. И для дополнительного заработка денег. Что еще? Также я прочитал, что теперь диспетчер у нас не вот этот Google Translate или кто он там, в общем, мужик, который у нас звучит как робот, который у нас еще на Donation Alerts донаты озвучивает. Теперь это у нас реальный человек, сейчас мы это послушаем. Ну-ка. Вагоны до станции Тутальская. Так, нет, стоп. Они стоят на станции Юрга у платформы... Ну нет, это так и было. Или подождите. Такая была озвучка или не такая? А я, ребят, что-то забыл. Черт возьми, ладно. В общем, не суть. Ну, ладно, удобно, что добавили, конечно, станцию. Ой, точнее, эту мини-карту справа, и теперь мы видим, где нам сколько ехать. Хотя, с другой стороны, это не прям обязательно, потому что сверху у нас и так показывается расстояние до станции. А, все, я понял. Теперь сверху у нас убрали. Допустим, смотрите, нам до Юрги осталось 6 километров. Раньше эта информация была сверху у нас в верхнем окошечке. Теперь оттуда это убрали. То есть теперь у нас чисто станции расположены справа для нашего, наверное, какого-то лучшего понимания ситуации, в которой мы находимся. В общем, ладно, друзья. Я начинаю оттормаживаться, потому что нам остается 400 метров до Романа. Я напоминаю, что нам нужно будет забрать у него ключи. А, кстати, да, мы же с вами без вагонов сейчас едем, поэтому нам тормозить очень легко. Ну ладно, я думаю, что мы где-то здесь сейчас с вами остановимся и побежим пешком, в принципе, сбегаем и вернемся. Мы сейчас побежим к Роману, заберем у него ключи от квартиры из Юрги. Когда мы туда приедем, наша задача будет попасть в квартиру. И... А давайте я, знаете, как сделаю? Вот так. Ого. Нам сейчас напомнят. Роман даст тебе ключ от этой квартиры. Иди в этот дом.
Ага, в общем-то, была украдена некая золотая икона, которую нам нужно вернуть, я так понимаю. А не украсть, наоборот, то есть вернуть. Возможно, она была украдена у наших. Хорошо, хорошо, мы этим займемся обязательно, когда приедем. И, ребята, собственно, почему эта серия для меня так важна? В прошлой серии я это так говорил. Вот станция, к которой мы сейчас с вами уже буквально вот-вот приедем, станция Юрга, это мой родной город, в котором я родился, в котором я рос, в котором я жил 18 лет и потом уехал оттуда в Новосибирск, где я живу сейчас. Собственно, откуда мы в этой игре с вами и начали весь наш путь из Новосибирска, с Новосибирска Южного мы начали, там потом Главный, Восточный и так далее. Все, мы уехали из города, проехали Болотное, едем сейчас до Юрги. Опа, ребятки. Увидел, прикиньте, напасть на меня хотел. Вот собака. Не надо мне такого, братан. Не надо на меня нападать. Так, ну ладно, разделывать его тушку я не буду. Мне, в принципе, оно не надо сейчас. Пускай лежит себе мирно. Хотя, раз он на меня напал, в принципе, он уже огреб. В общем-то, опять музон. Здорово. Есть ключ, который я сейчас... Вот лучше бы им озвучку сделали нормальную. Это ключ к нашей победе. Спасибо, братишка. Да... А, все, можно брать. Хорошо, я понял. Пришлось повозиться, чтобы получить дубликат этого ключа. Надеюсь, я не напрасно старался. Да нет, наверное, не напрасно. Я все нормально сделаю, выполню. Мне вот интересно, почему им не сделали озвучку нормальную? Перейди в квартиру и возьми икону. Все, хорошо, я понял. Возможно, это связано с бюджетом игры или еще с чем-нибудь таким. Возможно, разрабы пустили, естественно, все силы. Блять, да что-то... Что это такое? Сколько их тут? Короче, возможно, ребята, разрабы пустили все силы на то, чтобы сделать игру более крутой в плане управления электровоза самого, да, и вот этой всей темы. Карту, чтобы она была большой, какой она и является, чтобы она была проработанной, красивой. А озвучка это уже так, знаете, это же надо еще нанимать людей, которые будут это озвучивать, платить им денежки. Возможно, поэтому разрабы были, возможно, ограничены в этом плане денежном и решили сделать вот такую простенькую озвучку через какие-то, видимо, бесплатные штучки в интернете. Не знаю. Возможно, потом они когда-нибудь озвучку поменяют. Все-таки игру-то сейчас покупают люди. Я думаю, что они уже заработали нормально денег и могут себе это позволить. Так что вот. Разрабы, пишите, я вам озвучу здесь все как надо. Все будет по красоте. В общем-то, ладно, садимся в наш электровозик, ребятки. И все. Давайте полный вперед. До Юрги 5,5 километров. Мы сейчас с вами очень быстро проедем это расстояние и будем выполнять задание. Все, давайте, ребята, чтобы не терять времени, я ухожу на паузу. Увидимся с вами уже ближе к Юрге. Так, друзья, ну все. Все. Мы с вами подъезжаем. Господи, неужели этот момент настал? Так, тихо, я немножко сразу сброшу газ. О, я в своем родном городе. Блин, для меня это вообще, знаете, вот... Даже если в играх есть там Питер, Москва, это вообще обычные вещи, ребята. Это города самые крупные в нашей стране. Но когда в игру добавляют... Не, ну ладно, Новосибирск даже, да. Тут я не совсем тоже был удивлен. Кстати говоря, сейчас будет стрелка, ребята, ее нужно будет перевести там. Даже Новосибирску я был не так удивлен. Но когда мой родной город... Юрга, который находится в Сибири, маленький город, сколько там населения сейчас, 80 или 90 тысяч, присутствует вот в такой вот игре, для меня это прям лютый шок. Поэтому, ребят, интересно вот мне, чисто теоретически, есть ли сейчас хоть кто-то из Юрги, возможно, живет сейчас или жил когда-то, кто смотрит это видео, если что, напишите в комменты, очень будет интересно. Я, ребята, сам здесь прожил почти всю свою пока что жизнь. Город прям... Эх, родина моя малая, как говорится. В общем, ладно, друзья, давайте замедляемся, останавливаемся. Так, и смотрим. Да, это он, бля. Офигеть. Кстати, да, вокзал-то уже новенький. То есть, ребят, очень много лет назад здесь был вокзал старый, до ремонта. Но это прям очень-очень давно. Сейчас, да, вокзал так и выглядит. Бля, офигеть, как непривычно, жесть, ребята, сейчас, подождите, так, все, мы остановились, бля, до стрелки еще 250 метров так-то было, ну, ладно, хер с ним, пошлите, по заданию сходим,
Все-таки нам нужно в квартиру. Так, сразу, моментик. Ага. Ага, сразу вижу. Так, подождите, а как мне залезть? Можно? О, спасибо. Так, ну смотрите, друзья, сейчас буду рассказывать. Я, как говорится, человек местный. Вот. Считайте, что вы приехали ко мне в гости. Вот, сейчас буду рассказывать, значит, давайте смотреть. Длинный, длинный у нас здесь перрон, большая платформа. Так, здесь, да, вокзал. Угу, угу. Правда, сейчас все огорожено. Ну, естественно, вот здесь вот этих всех кустов нету. Тут просто стоит много лавочек. Вокзал подлиннее так-то в длину. Здесь у нас что? Тоже всякие эти территории вокзала. Так, зад, ага, только сейчас здесь все огорожено. Здесь прям сетка, здесь стоит отдельный пропускной пункт. Контрольно-пропускной пункт. Дальше, что у нас получается? Тут, тут у нас остановка. Тут большой, это с автобусами. Там уезд туда. Ага, ага. Ну, нет, тут, конечно, в этом плане все не так. Здесь нету этих домов сразу. Здесь большой магазин, остановки и все. И поехал по все стороны. Так, хорошо. Секундочку, у нас здесь есть бар. Я не знаю, нужно ли нам туда. Сейчас, подождите, я хочу зайти вовнутрь. Я хочу, ребят, зайти вовнутрь, посмотреть. Блин, ну это класс, это вообще кайф. Прям, это реально кайф. Так, заходим. Так, сейчас, подождите, дайте мне вспомнить. Ну, в целом, конечно, в целом-то нормально пойдет. Ну, ребят, здесь в целом все вокзалы внутри одинаковые. Так что это ладно, здесь на это можно не смотреть. Ладно, закрываем двери. Давайте побежали, нас сейчас больше всего что интересует? Квартира, которая вот здесь расположена. Вот что нас интересует. А, ну и, конечно, ребята, вот здесь у нас, примерно вот здесь находится пешеходный мост. Тоже через пути на ту сторону, там тоже автобусы. И все, и поехал в город на автобусе. Здесь же опять мостов нет. Но это и понятно, потому что на ту сторону зачем делать переход. Побежали в квартиру. Вот что в этой игре мы еще с вами не делали. Ребята, мы полноценно заходим во двор в какой-то. Охренеть. Когда такое было? Ну, бля, это прям офигеть круто. Бля, ну и квартал, конечно. А хули, обычный. Реально, вот где-нибудь в моем городе зайди куда-нибудь в самый-самый этот... В самый старенький район, где реально старые дома стоят. Там, возможно, такая картина и будет. Так что ладно, так, я уже вижу, меня там ребята ждут. Офигеть. Блядь, ребята, симулятор машиниста электровоза, мать твою. И здесь у нас вот такие вот всякие разборки. Офигеть. Так, стоп, что? А... Ничего себе. Это зачем? А зачем нам дают доступ в эти квартиры? Ни хрена себе. А что с ними? Они какие-то сгоревшие? Или это типа... Что, они только сдаются? Так, хорошо. А, ключ нужен, точно. Я думаю, почему я открыть-то не могу? Так, ребятки, внимание. Тук-тук. Тук-тук-тук, блядь. Я пришел вас убивать. Хе-хе. О, игрушка, смотрите. Прикольно, игрушечки стоят. Так, хорошо, что у нас тут алкашка. Алкашка, значит, ага, ага, разборки в хате, в квартире. Так, туалет. Ой, блядь, я подумал сначала, что это плазма маленькая в туалете. Да, это было бы забавно. Так, подождите, а все, что ли? А, икону нужно забрать, точно. Сейчас, пацаны, подождите, сначала... Я обязан забрать еду. Так, ладно, если мы всех завалили, можно оружие прятать. Вот она. Золотая икона, которую, которую у нас украли. Давайте забираем. Все. Ну все, по сути, можно отсюда уходить, правильно? Верни икону владельцу аукционного дома, Владиславу. Он ждет тебя за городом. Взамен Владислав передаст тебе заряд взрывчатки. Так, владельцу аукционного дома... Смотрите, на крыше написано «Миру мир». Прикольно, прикольно выглядит, ребят. Ладно, хорошо. Побежали с вами переключать стрелку, и потом поедем, получается, прицеплять вагоны. И там уже по пути дальше вернем икону. Ладно, друзья, давайте я сейчас быстро пойду переключу стрелочку, и мы с вами прыгаем в электровозик. Я сейчас еще быстренько огляжу свой вокзал. Так, нет, ребят, я вам немножко неправильно сказал. Сначала я проехал мимо стрелки, вот она,
где она? Вот она. Проехал сюда, перевел ее и теперь еду задом. Теперь я поеду не сюда, откуда я приехал, а вот сюда. Прицеплять вагоны. В общем-то, смотрите, мы их цепляем, и вон у нас как раз Владислав уже находится меньше, чем в километре отсюда, поэтому мы сразу сейчас как раз ему эту, получается, икону и повезем отдавать. Так, что там у нас до вагонов? Ой-ой, пора тормозить, блядь! Пора тормозить, тихо-тихо-тихо, все. Сбрасываем скорость, ребят, главное. Блядь, я успеваю хоть сброситься скорость? Да, все, все, ништяк, ребят, успеваю. Супер! Просто супер. Так, отпускаем. Все, давайте сейчас быстро-быстро-быстро, бля, делаем. Это все делаем, сказал, давай. Ну давай, тормозной цилиндр уже, убирай, убирай. Так, все, мы должны сейчас прицепиться. Мы там прям как раз, прям ювелирно, ну ювелирно, друзья, все, я научился здесь уже, видите. Опыта набрался, как говорится, все, бам. Все, прицепились. Тихо. Максимальное время перевозки. 1 час 30 минут. Так, все, тихо, отрегулировал давление. Так, в общем-то, переднюю передачу ставим. Все, можно ехать, в принципе. Можно, друзья, ехать, отправляться. Значит, смотрите. Сейчас мы останавливаемся с вами у Владислава. Отдаем ему, получается, что? Что мы ему отдаем? Икону мы ему отдаем. И вагоны нам везти с вами аж 12 километров на станцию Тутальская. Знаю такую, друзья, знаю такую станцию, да. Интересно мне еще кое-что. После Юрги туда дальше, если ехать на поезде именно, собственно, вот до этой станции Тутальская, ну и туда дальше, между ними находится мост, железнодорожный мост через реку Оби. В общем-то, сейчас мне интересно, будет ли здесь этот мост, будет ли эта река, или здесь мы так и будем продолжать ехать по полям. По идее, это должно быть уже сразу после города там. Поэтому сейчас, когда отдадим Владиславу икону и поедем чуть дальше, я уйду на паузу, проеду какое-то расстояние, мы там посмотрим, будет ли этот мост. Мне просто чисто самому интересно. Вот. А пока что, ребята, поехали до Владислава, отдаем ему икону. Ну все, друзья, я оттормозился. Давайте сейчас приводим в порядок, как всегда, тормоза. Быстренько побежали до Владика, до Владиславика. Так, все, быстро, право-лево, поездов нету. Вот он у нас стоит. Так, ты, блядь. Видели такой? Я не подсматриваю, нет, ни в коем разе. Ладно, здорово. Здорово, братиш. Драгоценная икона, честь моей истории и моей идентичности. Иногда нужно потерять то, что мы любим. Теперь он икона. Как много это для нас значит. Теперь он икона. Все, отдаю. Спасибо, ты восстановила репутацию моего аукционного... Что это, блядь? Возьми этот заряд взрывчатки в знак благодарности за твою храбрость и преданность. Ну охереть. Все? А где бабки за выполненное задание? Прежде чем нанести окончательный удар по дзержинской группировке, мы должны отрезать им путь к отступлению, заложив взрывчатку на ближайшем железнодорожном мосту. Опа, друзья, а вот и походу взрывчатку нам нужно будет заложить как раз таки... Блять, это самое. Сейчас, подожди, все, ускоряемся. Походу, как раз таки взрывчатку мы сейчас с вами и будем закладывать на этом самом мосту, про который я вам сейчас говорил через Опи. Ладно, слушайте, интересно, интересно. Тогда сейчас я точно туда доеду, посмотрю. Интересно, интересно. А вообще, каким раком здесь уже замешана какая-то дзержинская группировка? Если я так понял, это с Новосибирском связана эта группировка. Ну, типа, тут Дзержинский район, туда-сюда, все дела. А Юрга — это вообще другая область уже. Алло, это Кемеровская область, 42-й регион. One love. В общем-то, не знаю, непонятно. Видимо, проникли сюда эти дзержинские группировки. Ладно, поехали до моста. Сейчас там все с вами увидим. Let's go. Опа, ребятушки, да. Вот оно, вот и оно, друзья. Я, как видите, проехал уже больше половины, я уже на 7,5 километров отъехал от Юрги до Тутальской станции, остается 5 километров. И вот тот самый мост через реку Опи, о котором я и говорил.
принципе, да, он здесь есть, находится плюс-минус в том же месте, где ему и положено находиться. Давайте начинаем понемножечку оттормаживаться, потому что мы сейчас с вами проедем этот мост и должны будем на той стороне, уже когда проедем мимо, вернуться и поставить взрывчатку. Хотя ладно, сильно заранее не тормозим, потому что проехать нам нужно будет достаточно его сильно, потому что у нас с вами длинный хвост у нашего поезда. Я, кстати, врубил музончик опять, чтобы не скучать. Эх, ну что, родная речка. Давайте проезжаем. Достаточно, слушайте, большой. А, да, да, он же большой у нас этот мост. Река широкая. И мост тоже большой. Слушайте, ну блин, прям офигеть. Классно, классно, мне нравится. Мне очень нравится, что все так у вас создано. Да, не в каких-то супер мелочах и деталях, но все равно очень классно. Реально классно, мне прям нравится. Так, ну что, давай, 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 электровузик. Насколько мы там длинные с вами? Ну, такие, нормально прям. Нормально длинные, мы только сейчас жопой проехали это место. В принципе, вот, я думаю, сейчас уже можно начинать тормозить. Все, полное, давайте вообще все нахрен рычаги полностью, чтобы как можно быстрее оттормозиться. А то мне сейчас еще бежать, представьте, сколько, да? Ёб твою мать. Ой, блядь, надо было заранее еще тормозить начинать. Да, бежать мне сейчас реально далеко придется. Ну ладно, что поделать. Для вас, благо, существует пауза, да? Не придется вам сильно долго ждать. Кстати говоря, у меня музыка закончилась. Дайте-ка я пока поставлю на перемотку кассету. Ох уж эти кассеты старые, да? Все. Все, ребяточки, отпускаем тормоза. Давай, 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 хватило, хватило, как раз, все, супер. Сразу приготовим их наперед, заряжаем. Экс, все, пойдет, все, мы не катимся, отлично, пускай у меня пока радио мотается. А я пошел ставить взрывчатку, друзья. 400 метров сейчас в одну сторону, потом в обратную, побежали. Так, ну все, пришло время, достаем взрывчатку. Сейчас будем закладывать, и главное успеть отсюда нахрен свалить, так. Все, валим, 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 валим. Да уберись ты, менюшка. Так, ребятки, что, посмотрим на взрыв. Сколько секунд дается, интересно. Не посчитал, надо было посчитать. Ну все, меня уже не должно задеть. Давай. Бомбеж, я готов. Ну. Ну. Ну, слушайте, много-много время дают. Хватает, чтобы свалить с моста. Вау. Ну, ну, кайф, чё, ребят, все, сотня баксов наша. Мосту хана. ЖД сообщение, видимо, нарушено. Ты произвел на меня впечатление. Продолжай в том же духе. Спасибо, спасибо. Каждый раз хвалит, 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 хвалит. Шпион Егор. Хорошо, шпион Егор. Сделаем. Это у нас уже в следующей серии будет, конечно. О, бля, это сигнализация орет. Сейчас, сейчас отрублю. Ребята, давайте так. Мы сегодня с вами сделали очень-очень много полезного. Проехали достаточно тоже большое расстояние. И в связи с тем, что до станции Тутальская остается всего 4 километра, я думаю, что давайте я до туда сейчас доеду. Вагоны отцеплю, чтобы нам уже закрыть, так сказать, да, перелистнуть эту страницу и начать следующую серию с чистого листа, точнее, просто с нового листа, продолжить выполнять задание, и там уже конец, ну, прям очень-очень близок. Я не знаю, до какой станции точно сейчас сделана игра, но знаю, что конец уже очень близок. Так что, ребята, все, погнали на станцию Тутальская, сейчас я там отцеплю вагончики и будем с вами прощаться. Так, ребята, все, я приехал. Я уже приехал на станцию Тутальская, остается 500 метров, в общем-то я оттормозился. Вот перед зоной с оцеплением, ну точнее зона оцепления вагонов у нас еще километр 300, у нас сейчас просто здесь, видите, раз стрелка, потом проеду 800 метров, там у нас два стрелка, и только потом, видимо, мы уже отцепимся. Так что давайте сейчас переключаем эту стрелку, едем дальше, переключаем вторую и едем отцеплять вагоны. Ну что, друзья, вот и все, наконец-то вагоны доставлены. Я прямо сейчас, прямо четенько, ровненько, вы посмотрите, ну практически четенько, ровненько. Ладно, главное, чтобы вагоны были в этой зоне. Вагоны, все, у нас все в зоне, как видите, все влезли, мы с вами остановились. Убираем нахрен все тормоза.
Я тут все опять выкрутил, потому что я уже не могу. Ускорься, замедлись. Блин, еще он так медленно ускоряется, когда он загружен вагонами. Поэтому я уже просто психую по полной. Газ жму и вовсю. И торможу тоже по полной. Уже ни хрена не жалею. Ой, блин, детали. В общем, да ладно. Плюс сотка. Все, ребята, задание выполнено. Мы с вами готовы ехать дальше в следующей серии. Давайте послушаем, что нам сейчас дальше скажет диспетчер, и будем заканчивать. Давай, диспетчер. Слухаю. Говори. Вагоны готовы к отправке. О! Свяжитесь по радиосвязи для получения подробных сообщений. А вот и задание. Смотрите, ну-ка, мне просто интересно, как это выглядит. Вагоны до станции. А как связаться-то? Готовы к отправке. Они стоят на станции Тутанка на боковом железнодорожном пути. Вот, ребята, вот это вот, как я понимаю, необязательное задание. Видите, у нас появились новые стрелки и вагоны до Яшкина. То есть, я так понимаю, нам не обязательно это выполнять. Я просто об этом узнал. А, да, вот видите, нам снизу подписано 340, мы за это получим, за это задание. Ну, нет, я не хочу это выполнять, поэтому, друзья, я сохраняюсь. И мы с вами на этой ноте заканчиваем серийку по игрушечке Trans-Siberian Railway Simulator. Надеюсь, что вам понравилось. Остается совсем немножечко, друзья. Надеюсь, что вы ждете уже конца, как и я, в принципе. Игра-то интересная, но нужно, ребят, двигаться дальше, поэтому скоро она как раз закончится. Посмотрим. Было сегодня классно, что я увидел свой родной город. Это прям реальная тема. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Маклаксон. Всем большой удачи, хорошего настроения и увидимся с вами в новых видео. Всем пока!